«Мы с тобой одной крови». Так называется серия донорских акций, инициированных компанией Т+. Сотрудники ульяновского филиала проходят процедуру в главном офисе практически без отрыва от производства. Благородное мероприятие посвящено 75-й годовщине Великой Победы. Конечно, это еще и связано с тем, что мы как-то безвозмездно, на едином порыве относимся к тому, что мы передаем часть себя в помощь кому-то. Это очень важно. И вот это объединение, что мы все одной крови, он в этот раз по-особенному звучит. Специалисты ульяновского филиала Т+ регулярно участвуют в днях донорства. Среди них есть и опытные спасатели. Юлия Лексина сдает кровь в 30-й раз. Вполне возможно, что именно она помогла совершенно незнакомым людям встать на ноги и даже выжить. Мне посоветовали врачи сдавать кровь. То есть и вот оттуда, с самого как бы молодого возраста, я начала сдавать кровь. Сегодня вот уже 30-й раз сдаю. То есть и не жалею. Стараюсь как бы помогать людям. Кирилл Артюхин сдавал кровь 2 раза в жизни. Он планирует и дальше продолжать благородное дело. Специалист компании признался, бояться нечего. Главное – обследоваться у врачей и начать приносить пользу обществу. Но после того, как я попробовал, понял, что ничего в этом страшного абсолютно нет. И ты реально чувствуешь, что ты помогаешь людям. И от этого даже ощущение становится приятно. Поэтому теперь я думаю, что постоянно буду сдавать кровь. Коллектив компании стабильно пополняет запасы лечебной сети. 2 раза в год предприятие проводит донорские дни. Руководитель областной станции переливания крови выразил благодарность участникам акции. Я выражаю огромную благодарность и поклон, что люди помогают. Ведь врачом может быть не каждый. Но помочь человеку, оказать помощь, дать ему возможность жить и излечиться от определенных групп заболеваний может каждый из вас. К донорской программе присоединились коллективы ТЭЦ-1, тепловых сетей, исполнительной дирекции и Энергосбыт+. Акции проходят не только в Ульяновске. В начале февраля она стартовала в Екатеринбурге. Финал же состоится в Ижевске 28 апреля. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.